Всем доброго времени суток. Я начинаю новый влог. Девчоночки, у меня сегодня день рождения. Мне исполнилось 33 года. Вот такая вот у меня цифра, такая дата. Погода, в принципе, неплохая. С утра был дождик, но сейчас, как видите, да, все нормально. Не знаю, когда выпущу этот влог, но я с вами хочу поделиться. Я сейчас бегу за цветочками в магазин для моей мамули. Мамочка, тебе большой привет. Огромное спасибо. Благодаря тебе появилась вот такая вот я на этот цвет. Вот, девочки, хочу сделать маме просто приятное. И мы решили отмечать день рождения не в общественном месте и не просто дома, а у моих самых близких, дорогих друзей на даче. Свежий воздух, хорошо, и дети тем более смогут поиграть, погулять. Я вчера уже затарилась, все купила. Подруга у меня закинула в багажник и отвезла все это сразу на дачу, чтобы сегодня не бегать никуда. Так что сейчас я бегу за цветочками, потом заезжаем за мамой и едем на дачу, будем праздновать. Надеюсь, день будет очень хороший, потому что начался у меня, девчонки, с подарка. Любимый муж подарил мне, угадайте, что? iPhone 11. Я теперь вообще буду крутая кочерышка. Ну вот, я не стала особо прически делать, просто немножечко макияжик. Видите, какой? Глазки нарисовала. Нарисовала глазки, немножко губки. Ну, я в маске сейчас буду только до магазина, потом ту маску-то я сниму уже. Вот. Так что вот такие вот у меня пока новости. Меня поздравили все, и коллеги, и близкие, и родители мужа поздравили. Так приятно вообще, девчонки, 33 года. Не верится вообще, я даже не ощущаю, честно говоря, что у меня сегодня день рождения. Но я сейчас приеду к друзьям, и я думаю, дух праздника ворвется в мое сердце, поднимет мне настроение, которое так у меня сегодня очень хорошее. Вот. Но вы не переключайтесь и оставайтесь со мной. Я люблю вас. Все, я вышла из цветочной, девчонки, выбор был не особо большой, видимо, потому что в воскресенье я купила вот такой вот букетик. Да, знаю, что готовые букеты не так долго живут, но он мне очень понравился, смотрите, он такой же теплый, как осень. И вот такую вот табличечку мне понравилась, любимой мамочки, смотрите, какие цветочки, видите, они красивенькие, я думаю, маме будет очень приятно. Ну вот, сейчас я возвращаюсь домой, вызываем машинку и едем за мамулей. Заодно я поздравлю. Да? Красиво, как думаете? Я думаю, ей очень понравится. Мне нравится. Смотрите, какие цвета красивые. Класс. Ну все, оставайтесь со мной. Я обязательно попозже подключусь. Привет еще раз, мои дорогие. Я к вам вернулась. Ну, к сожалению, мои цветочки немножко пострадали. Сыночек с вот такой вот табличечкой подарил мне розу. Длинную такую, знаете, голландскую, бордовую. Очень-очень красивую. Но... я ехала на такси же с дачи, девчонки, у меня, видите, вот, и вот здесь вот тоже. В общем, от розы у меня там остался только один стебель, роза багажником прихлопнулась, к сожалению. Вот такая вот табличка любимой доченьки, это мамочка моя подарила мне, вот, это ее розы, смотрите. В огороде у нее такие растут красоточки, и надо срочно мне реанимировать в холодной водичке, потому что, да, они все-таки там постояли, они хоть и были в воде, но, видно, в багажнике помяли ему, может быть, где-то, может, стебелек повредили. Здесь вот такой вот подарок мне тоже девчонки сделали. Там, знаете, что я вам сейчас покажу? Коробочка в коробочке, девчонки. Вот. Вот. Это у нас петербургские сокровища, конфеты, кэндис. Смотрите, как красиво. Даже жалко открывать. Милка пришла. Милка. Вот такие вот конфетки. Конфетки я, конечно, очень люблю. Я уже поделилась с вами, что мне муж подарил, да, и я его попросила, чтобы он сразу съездил, ну, в ближайший наш какой-нибудь магазин. А вот и Милка. В ближайший наш какой-нибудь магазин и защитный экран мне, защитное стекло наклеил на телефон, потому что... Мил, ты хочешь стащить палочку эту? Потому что вот на моем телефоне, который я себе покупала на 30 лет, вот видите... Здесь, как бы вам показать. В общем, вот в этом месте царапины. И это царапины от сережки. Вот. Поэтому в этот раз я уже умнее. Мне до этого муж говорил, да зачем тебе стекло какое-то, зачем? Оказывается, очень даже. Мил, ну что ты делал? Вот просто с ней на кухне, девчонки. У меня мои мальчики отдыхают в комнате. И еще мне подружки, смотрите, какой букет классный подарили. Смотрите. Там вот такая вот корзиночка.
И в этой замечательной корзиночке, смотрите, какие шикарные цветы. Они такие красивые, такие яркие осенние краски, смотрите. Прелесть вообще, да? Хризантемки, герберки. Очень красивые, красивышные, вот такие. Красивышные, красивышные, видите? Такой букетик. Вот, и еще сейчас я вам покажу. Внимание, мама решила меня окорзинить полностью. Оп, видите, какая корзинка интересная. Мила, ты уже в зубах таскаешь. Вот такая вот интересная корзинка. Ну и Мила у меня обожает спать в корзинках. Она, к сожалению, конечно, большая очень. Не знаю, но, возможно, Милке понравится мне. Пока она играет вот с этими штуками. Она уже, как бы, все это ей понравилось. Она все это любит. И если ей тут постелю, ей понравится спать, ну, пускай спит. Да, Мил? Тебе нравится? Тебе нравится, моя Халёся? Ты моя девочка, моя сладкая, моя. Два пришла. И еще мне девчонки подарили, знаете что, мы тут как-то разговаривали между собой, вот, и у меня чайник, ну, что-то вышел практически из строя, и девчонки решили мне подарить вот такой термопот. Я никогда термопотом не пользовалась дома, ну, на работе, да, естественно, вот, и давайте сейчас я его вскрою, мы с вами вместе посмотрим, как он выглядит. Кстати, напишите в комментарии, девчонки, он, ну, вот в сравнении, например, с обычным электрическим чайником больше потребляет электроэнергии или нет, мне вот интересно. Я просто пока еще ничего не читала, 3,3 литра, да, 750 ватт, вот такой вот товарищ, вот. Чайник, термос, мощность, колба из стали повышенной прочности. Вот, ну, кому интересно, кто тоже присматривает себе такой автоматический режим. У него индикатор уровня воды, закрытый нагреватель, возможность вращения. Ой, пардон. Так, удобная ручка для переноски, съемный шнур, съемная крышка, цвет. Автоматический режим поддержания температуры. Вот это удобно. Механическая блокировка разлива воды. Угу. Отключение при недостаточном количестве. Вот это тоже хорошо. Так забудешь долить, да, и он сам. В общем, давайте сейчас я его открою, поставлю на стол, и мы с вами посмотрим, что это за такой за зверь. Угу. Я его распаковала. Смотрите, как он выглядит. Вот здесь у нас открыто. Туговато ходит. Закрыто. Ой, да. Ручка. Это, я так понимаю, нажимаешь, и идет подача воды. У нас на работе было наподобие. Так. Зачем читать инструкцию, когда надо все залезть и посмотреть? Угу. Емкость. Угу. Угу. Поддержание температуры, повторное кипячение, подача воды. Скарлетт. Так, что у нас здесь? Warning. Так, девчонки, секунду. Вот, пока я вот на эту штуку не нажала, кстати, я не могла поднять вот эту вот ручку наверх. И смотрите здесь. Три способа подачи воды. Механический, авторазлив. То есть, когда мы сверху, да, нажимаем на кнопочку, нажимаем на эту кнопочку и прямой разлив. 3,3 литра. Интересненько. Ну, кстати, такой вот он компактненький. Я поставлю его рядом с мультиваркой. Подключу, и когда он у меня заработает, я вам покажу, как он выглядит со стороны. Мелко, видите лапу, вот эту ляпу, вот эту ляпу, вот они ляпа. Ей все интересно. Как же тут коробочки, цветы, корзиночки, можно же все пожевать, да? Вот, и вот такой вот шнур в комплекте. Вам гарантия, документация. Так что давайте посмотрим, как это будет в деле. Очень интересно мне. В общем, девчонки, я что-то покрутила, повертела. Это у меня незаконченный вариант. Около мультиварки не встает, потому что у него очень-очень коротенький проводочек. Я вам сейчас покажу, какой. Рядом с кофемашиной, если поставить, да, ну, вот сюда, то вот здесь вот, вот. Видите, как упирается мне? Вот. И проводочек у него прям коротенький-коротенький. Поэтому я пока не стала заполнять его водой. Ну, в принципе, так штука-то удобная. Но единственное, что, видите, как... провод раз короткая, и два он должен на расстоянии приличном от стены быть. А у меня, видите, рабочая поверхность, она, ну, как бы не особо здесь большая, да, здесь там сантиметров 15, может, мелко ест, остается. И мне, ну, не хотелось бы прям все сильно так загромождать.
Я, конечно, еще подумаю, как я его могу поставить. Вот. Или, может быть, шнур отдельно продается побольше. Ну, не знаю. Ну, естественно, только родной, только от Скарлетт. И надо будет как-то, в общем, продумать этот момент. Посмотрим. Ну, а так, подарок очень хороший. Я им довольна, потому что иногда бывает, с утра встаешь, и хочется сразу горячий кофе. Варить времени, например, нет. Да, тут насыпал, поднес, и все, не кипятить надо, и ничего. Тем более с моим электричеством, конечно, у меня, ну, я вам уже не раз говорила, да, что проблемы. Если машинка стирает, то я не включаю там пылесос, но благо у меня теперь он такой без этот, беспроводной. В общем, короче, девчонки, вот такие вот дела. Я очень довольна своими подарочками, цветочками, вот такими вот красивыми всякими цветочками. Такая красота, так прям аж глаз радуется. Вот. И еще, кстати, я себе к дню рождения, девчонки, знаете, что заказала? Заказала и фраше, и я жду, когда мне его привезут. Как только мне его привезут, я решила себя немножечко побаловать, я обязательно с вами поделюсь и покажу вам, что же я там заказала. Видите, какая прелесть. Сыночек выбирал, масляненький. Девчоночки, на этом я прощаюсь с вами. Вот такой вот у меня был мини-влог. Не стала снимать, когда мы были на даче, потому что у меня мало зарядки было. И там абсолютно не было связи. Вот. Дождик, темно как-то. И вот, в общем, мы в доме просто сидели в семейном таком кругу. Вот. Так что вот такие вот у меня весточки. Я желаю вам отличного настроения, чтобы помимо дня рождения ваши близкие, любимые, мужья, сыновья дарили вам цветы, дарили вам отличное настроение. И самое главное, чтобы они вас ценили. А вы берегите себя. Пока-пока!